Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте Скинбокс. Попробуем данный сайт на 10 тысяч рублей обязательно. Если ты будешь подняться, просто вот сюда вот введи мой промокод, будет он выглядеть так, вот пиши сюда поп, он дает тебе 33% пополнения. Что ж, давай поскорее начинать. Десяточка на балансе, сразу же, не отходя от кассы, давай долбанем инферно. Два разка, 9 тысяч рублей. Ох, давай, смотрим сюда, родной. Ладно, первый что-то типа, 6700, вот так вот ты, значит, сразу же в минуса меня, сыворотка, ну сколько ты стоишь, 5000, нет, 4300, хуйня, давай еще разок тогда долбанем, путешественник хотя бы стой, пожалуйста, но нет. Эмочка за 6200, вообще-то 9000 рублей у нас с тобой остается на балансе, но это... Это потому, что у меня были выводы. Причем такие крупные выводы достаточно. Ладно, 8900. Еще раз. Пробуем why not. Правильно? Камичи Драгон, ледяной уголь. Это шляпа полная. 9000 рублей. Окей. Еще разок. Больше 10 он, наверное, мне сегодня подняться-то и не даст, кстати говоря. Ну да, интеграл и... Да, я тебя понял. Давай один раз тогда. На верочку. Смотрим сюда. Сыворотка залетает. За сколько денег, парень? 4300. Я тебя понял. Давай еще. Ну, эмочку давай. 6000 рублей, пожалуйста. Отлично. 6200. Подниматься нам, к сожалению, больше он не дает. Ну, сколько, правильно. Сколько выводов было? Ты что, ебанулся, говорит, Сём, нахуй. 8000 рублей. Окей, ладно. Еще разок. Один. Смотрим сюда. Интеграл. Блядский интеграл. Ну ладно. Почему нет, как говорится, правильно. Окей, давай next. Еще один инфернос. Смотрим. Ну, ледяной уголь. Ну, он может стоить денег, но не будет, да? Нет, стоит все-таки 4500. Ладно, плюс 200 рублей. И на том спасибо. Перчаточки, пожалуйста, с тобой. Ну нет. Пиксельный камуфляж. 6300 вообще-то, на секундочку. Еще раз, 8900 тратим, получаем. Сам сыворотку, ну и я тебя понял. 8200 получаем, давай фастом разок. Ага, минус, еще один. Ну, ноль, еще. Ну, не ставит уже, к сожалению. Давай, ладно, тогда вот так. 5 столовочек, просто на верочку. Кто сейчас что-то поставит здесь. Ну, ледяной уголь есть, и на том спасибо. За 1000 рублей, кстати говоря. Вот это да. Давай в контракт зайдем. 1795 рублей мы засовываем в контракт. Получаем. Получаем мы поебало. 782 рубля. Шляпа полная, на самом деле, какая-то сегодня. Окей, давай 5 тогда золотой осени. Сейчас будет сразу все понятно. Даст нам что-то сегодня сайт или не даст. Ну... Сомнительно. Очень. 5800 вместо 5400. Еще давай разок. The Light Space, Камичи Драгон, второй игрок. А, это Камичи Драгон, говорю, Чантик Файр. 5800. Ну, опять плюс 400 рублей, но это не то, зачем я пришел точно. Хотя бы пятнашечку показал, да Сёма бы уже забрал на самом деле. Окей, лидер. Смотрим, 5 раз. Ноль, минус, плюс небольшой минус и минус. Ну окей, 5400. Еще раз давай. Хотя бы верни десятку. Чтобы вот здесь вот лежала десяточка. Покажи мне. Блядь, сомнительная история. 4800, я тебя понял. 9300 с 10 тысяч, да. А больше, к сожалению, нет. Давай, инферно. 9000 рублей. Один плюсовой, один минусовой, как обычно. Ставь. Ничего нового. По минусу вообще. И фастом раз. Ага, минус еще. Еще раз. Ну, 6300, ладно. 2. 8000 это уже приятнее с двух кейсов увидеть. Окей, минус. Окей, окей. Ну, блять, она... Оно не то. Не то, зачем я захожу сюда. Ну, спасибо. Ну, вилдфа... Это... Шляпа 8200, опять, да ебаная жизнь, а.
4500. О, 6400 бульдозер. Я, кстати, такого не видел. Ладно. 8900, 7400. Я тебя понял. 4300, 3200, 6900 конфетка. Хорошо. Шляпа. Еще. Шляпа. Шляпа. Ну, блядь, а где плюсаты ебнутые? Конские. Вот. Ну да. Давай тогда вот так. Вот так. Вот так. Бульдозер. Апгрейд его. Ну, давай на 2х хотя бы попробуем на Верочку. На ход в рот. Например, да? А погоди, а может и зайдет, да? Зайдет, нет? Зашел, блядь. Ну, через апгрейды вообще можно на самом деле поднять здесь баланс. Окей, продаем. Ход в рот. Окей. Туда. 16 тысяч рублей. Ну, давай смотреть далее. Просто дальше. Дальше. Куда нас приведет. И давай один случайный ножичек с тобой чакнем. 1010, не больше сейчас покажет, к сожалению. Ну да. Пиксельный камуфляж лес. Сколько? 11 тысяч. Ебать, где баланс? 11500. Поехали. Сейчас тоже будет минус. А, погоди, одни таджики могут выпасть? А, они не могут. Что, ебанулся? Неоновый гонщик может за 8200 ебнуться. И давай продадим его. 9700 на балансе. Ничего нового. Давай тогда два кейса. Инферно. Так, не сюда. Инферно. Два кейса. Поехали. И в апгрейды нахуй. Даже не буду досматривать. Пизду в апгрейды сразу зайду. Вот так. 50% шанс. Смотрим сюда. Ну да, минус первый точно. Давай второй сразу же. Не отходя от кассы. Ну на что здесь? Здесь и наставить-то на самом деле нечего. Давай на вот электрический улей. Правда, он статрек киевский. Ох, ебать, подъебка. Пиздец. 819 рублей остается у нас с тобой на балансе. Окей, давай столовку два раза тогда. На, купи, мужичок. Окей, ну да, да, да. Сейчас он отбекал, конечно же. Конечно же, сразу же отбекает. Почему нет? Давай. Апгрейд. Ну поставь, пожалуйста, перчаточку, вот эту. Хорошо, ладно, спасибо. Перчаточку поставил. А если, ну, немножечко так, ну, в наглость сыграть, x5 попробовать, на огненный элементаль, например. Ну да, да, наглость, наглость не прокатывает. К сожалению. Окей, продаем. 8900 на балансе. Идем на Инфернос. Где он у нас? Вот он. Два кейса, поехали. Смотрим сюда. Сыворотка, окей. И ну, ледяной уголь, я тебя понял. Откуда не нуар? Только обновляем. Вот. Теперь все правильно. Окей, давай первый класс. 8000 рублей. Он не заходит, к сожалению. К сожалению, он не заходит. Окей, давай продадим вот эту тогда хуйню. Вот так. Вот так. Золотая осень. Три раза. Поехали. И вот сюда. И вот сюда. И вот сюда. Вот так вот, просто на x5 попробуем хотя бы один, чтобы зашел. Первого? Ой. Пососи, говорит, все. У. Ладно, еще. Еще попытки у нас имеются. Давай. Пожалуйста, покажи. Покажи, что ты можешь. Пожалуйста. Ну, докатись. Ну, блядство, ебаное. Окей. Так, давай тогда резан красный. 19%, поехали. Зайдут? Да хуй ты там. Ты что, говорит, ебанулся, Сём? Такие не заходят у нас вообще-то. Окей, фастом раз. 1200, хорошо. Потом заходим на золотую осень. Фастом один раз. 3700, отлично. Еще три раза. Ага. Давай в апгрейды. Блять. Фейковые скины какие-то здесь, правда, появляются периодически. 3000 рублей. Поехали, апгрейдус. Не говоришь, что ты сейчас зайдешь, блядь. Ну зачем ты зашел на таком говноскине, боже мой. И давай еще x5. Может быть инста x2. Ну конечно, конечно, я тебя понял. Я тебя просто понял. Окей, давай тогда вот этот. Тоже зарядим. Вот так вот. Пожалуйста, докатись. Ну сука. Похуй. С 3000 x5 это пятнашка. И пятнашку уже можно будет забирать на самом-то деле. Вот так. Поехали.
Зайдет? Да ладно, нет. К сожалению, это тоже промах. Окей. Фастом один, вот так. Потом фастом сюда переходим, вот так два. Бац, 4600, понятно. 5400 тратим, получаем 8. Ну, ладно, пущай будет. Вот так вот давай. Просто вот так вот сделаем. Я тебя понял. Куда, говорит, всё, разогнался нахуй, парень. Ты что, ёбнулся, что ли? Давай X10 попробуем. Ну, так, чисто на верочку. На верочку. Хотя бы один зайдет. Да ладно. Ебать, да ну нахуй. А почему такие заходят? Давай еще один, пожалуйста. Просто пожалуйста, я тебя прошу, парень. Хорошо катится. Стой, пожалуйста. X5 бы сейчас зашло, кстати говоря. Ну ладно. Ладно, выебываться я уж точно не буду. Мне выебываться не на что. Окей, давай вот так. Бля, прокатится. Ну окей, давай тогда добиваем. Если ничего не получается, то я выхожу нахуй опять с этого сайта. Окей, смотрим сюда. Last раз. Ай-яй-яй, блядь. Как плохо летел он. Как же он плохо летел. Давай тогда X5 попробуем на этот скинчик. Ультрафиолет. Чем черт не шутит, 20% шанс. Смотрим сюда. Хорошо катился, но остановился очень резко. Ладно, что ж, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно не забудь подписаться на канал, поставить лайк. А так, всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пока.